На минувшей неделе в Славянске на Кубани состоялось значимое событие для самой активной молодежи района. В парк-отеле «Уют» прошла ежегодная церемония награждения лауреатов премии «Успех-2016». Начался молодежный бал с церемонии награждения. Все приглашенные – это яркие и креативные представители молодежи Славянского района. Среди них – КВНщики, участники интеллектуальных конкурсов, артисты, активисты школьных ученических управлений, а также клубы по интересам – военно-патриотические, туристические. Как признается руководитель молодежного центра «Континент» Инна Дьяченко, такие творческие достижения нельзя оставлять без внимания. Наш фестиваль «Премия «Успех» – наверное, самое приятное мероприятие уходящего года, потому что мы имеем возможность сказать нашим творческим, талантливым ребятам, руководителям клубов, нашим клубовцам, волонтерам, самым лучшим нашим творческим коллективам сказать огромное спасибо за их труд, за то, что они в течение этого года были вместе с нами на всех мероприятиях и трудились на благо нашего любимого Славянского района. В течение этого года ребята участвовали во многих конкурсах, спортивных и творческих состязаниях. Одна из активисток – Татьяна Голосова, студентка третьего курса филиала Кубанского государственного университета в городе Славянске на Кубани. Она же возглавляет Совет студенческого самоуправления и является руководителем местного отделения Краевой общественной организации «Регион-93». Она занимается добровольческой деятельностью, поддержкой молодежных инициатив и организацией мероприятий в нашем районе. Я очень зажигаюсь от ребят, которые этим занимаются. Вот эти горящие глаза, они заставляют двигаться вперед. Мне очень нравится работать с ребятами и нравится то, что мы стараемся сделать что-то лучшее для нашего района. Молодых активных славянцев пришел поздравить председатель районного совета Григорий Литовко. Он пожелал ребятам дальнейших творческих успехов и новых побед. Вы прославляете наш славный Славянский район на всех муниципальных этапах, краевых, различных конкурсах. За это вам огромное спасибо. Один за одним на импровизированную сцену выходили те, кто внес большой вклад в реализацию молодежной политики Славянского района. А в завершении вечера для молодежи была подготовлена зажигательная дискотека. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Александра Тимовская. Программа «События».